Старт шестой скачки призу Кубани. Старт приняли Кучно. Впереди память. Награда Голд. Смоля Агра. Лидирует память. Награда Голд второй. Замыкает Смоля Агра. Двести метров пройдено за 14,2 секунды. В левом повороте впереди память. Тут же награда Голд. Замыкает Смоля Агра. Участницы скачки идут без изменения. Лидирует память. Тут же награда Голд и Смоля Агра. Выход на финишную прямую. 500 метров пройдено за 31 секунду. По финишной прямой лидирует память. Тут же награда Голд. Память, награда Голд, Смоля Агра. Память. На первое место выходит Смоля Агра. Смоля Агра захватывает соперниц, выходит на первое место и выигрывает приз Кубани. Второй финиширует награда Голд и память третий.